Redmi Note 10. Redmi, да? Да. Это тоже китайский. Да, ну вот, хороший. А ты из Kindle тоже купил, да? Ага, уже. Тоже Kindle купил, да? Такой. А, все, это Астана, столица Казахстана. Именно здесь впервые была озвучена инициатива «Один пояс, один путь». Как казахстанцы относятся к китайской технологической продукции? Ну, потому что я брал и Xiaomi Smart Band, которые часы же есть, они там еще ну, под водой прям работали даже, ну, типа безотказные такие. И сколько лет они дома лежат, они рабочие. Очень долго. Ага. Какая разница, где заказывают, если они все равно привозят все с Китая? Сейчас товар можно покупать. Меня еще ждут мои посылочки. Да? Ураган, Лисян, Зика. Ага. Коллега, ну, начальник, он купил халал. Один, два, три. Так много китайских автомобилей. Я сейчас впервые управляю автомобилем китайского автопроизводства и хочу подчеркнуть то, что машина очень понятна, очень практична и удобна в эксплуатации. Они в стоке, то есть они в наличии. Цена, те опции, которые есть в машинах, они влияют на рост продаж. Конечно, есть в целом несомнение, то есть, а как поведет себя зимой. Большая ответственность у китайского автопрома доказать эмоционально, ментально, морально на рынке Казахстана. С удовольствием поездил, почему бы и нет. Но опять же, китайские машины еще не проверены в этом плане. Сколько они проездят, еще неизвестно. А так, в целом, по дизайну все хорошо.